Самаре с 22 по 28 апреля будут ремонтировать теплосети нижней зоны Безымянской отопительной котельной в границах проспекта Кирова, Ветлянской, Кабельной, 22-го партсъезда, Заводского шоссе, Земица и Береговой. Об этом сообщили в городской администрации. Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений. В нижней зоне котельной жилые дома с централизованным горячим водоснабжением отсутствуют. В рамках текущего ремонта теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Самарцев призывают не находиться рядом с коммуникациями и тепловыми камерами, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автотранспорт и прочее имущество. Кроме того, энергетики рекомендуют напомнить детям об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Телеграм-канал железнодорожного района демонстрирует, как идет борьба с незаконной расклейкой объявлений. Сотрудники районной администрации вместе с муниципальным учреждением Центра обеспечения чистят столбы и заборы от рекламы. На территории Самары имеется 871 информационный стенд, где свои объявления можно разместить легально, без ущерба благоустройству территорий. Куйбышевский район в своем телеграм-канале приглашает на субботник, который пройдет 20 апреля. Предыдущие две недели внимание уделили поселку 116 километр, приводили в порядок скверно-зеленый и незакрепленную территорию бывшего бассейна на улице Фасадной. В этот раз работы пройдут в Ерик-парке, особое внимание уделят озеру Дубовый Ерик, а также площадке со спортивным оборудованием возле парка Дубовая роща. Начало субботника в 10:00. Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни. Регулярная физическая активность повышает координацию, гибкость, улучшает настроение и помогает организму в борьбе со стрессом. Зарядка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и придает заряд энергии на весь день. Дворец ветеранов приглашает на занятия по утренней гимнастике каждый понедельник и четверг по адресу улица Мариса Тореза, 103А. Подробности по телефону 261-56-66. Информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.